Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать ажурный легкий узор для топа. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Мы рассмотрим сегодня два узора. Узор основной и узор обвязочка. Описание модели будет находиться в ссылке под видео в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. А также подписывайтесь на мой Инстаграм. Все ссылочки находятся в описании под видео. Также есть ссылки на плейлисты, где размещены топы, кардиганы, платья, жакеты, все, что вашей душе угодно. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 6 петель на 1 ряд. Для примера нам надо набрать 48 воздушных петель. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Набрали. Теперь держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. В ту петлю, которую держали, она у нас от края 4. В одну петлю мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Вот так. Пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую. Это и есть наш раппорт узора. И вывязываем столбик накидом 1. Вот так. 5 воздушных петель. И в ту же точку еще один столбик с накидом. Получился элемент. Теперь пропускаем 5 петель, 3, 4, 5. Заходим в шестую и из одной точки мы вывязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Мы связали второй элемент. Первый у нас 2 столбика с накидом и 5 воздушных петель. А второй у нас элемент из 5 столбиков с накидом из одной точки. Пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую и вывязываем элемент, состоящий из столбика с накидом, 5 воздушных петель и в ту же точку еще один столбик с накидом. Пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую и вывязываем элемент, состоящий из 5 столбиков с накидом из одной точки. 3, 4, 5. Мы связали еще один элемент. Пропускаем 5 петель внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую и вывязываем элемент. Столбик с накидом. 5 воздушных. И в ту же точку еще один столбик с накидом. Пропускаем 5 петель внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую и вывязываем элемент из 5 столбиков с накидом из одной
точки. Два, три, четыре, пять. Вот что у нас получается. Пропускаем 5 петель внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую и вывязываем элемент. Столбик с накидом. 5 воздушных. И в ту же точку столбик с накидом. В конце ряда, в последнюю петлю, мы вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Первый ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим в первый столбик и вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Вот так. Теперь на протяжении всего вязания узор повторяется. Первый ряд — это и есть раппорт. Теперь мы все повторяем. Мы заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом. 5 воздушных петель. Заходим в ту же арочку и вывязываем столбик с накидом. Первый элемент у нас связан. Заходим в элемент, состоящий из 5 столбиков с накидом из одной точки. Мы заходим в третий столбик и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки, из третьего столбика предыдущего ряда, из третьего столбика элемента предыдущего ряда. Мы связали второй элемент. Это у нас первый элемент, это второй. Заходим в арочку следующего элемента и вывязываем столбик с накидом. 1, 5 воздушных петель. И в ту же арочку мы провязываем столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, в третий столбик, и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки, из третьего столбика элемента предыдущего ряда. Элемент связан. Далее мы заходим в следующий элемент под арочку и вывязываем столбик с накидом. 5 воздушных петель. Заходим в эту же арочку и вывязываем столбик с накидом. Элемент связан. Заходим в следующий элемент, в третий столбик, и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 3, 4, 5. Элемент связан. Заходим в следующий элемент под арочку и вывязываем столбик с накидом. 5 воздушных петель. И в эту же арочку столбик с накидом. В конце ряда у нас здесь 2 столбика с накидом и 3 воздушные петли подъема. Мы заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом из арочки.
И третий столбик мы вывязываем из третьей петли подъема для ровного края. Второй ряд связываем. Далее мы повторяем первый ряд. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим в первый столбик и вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Далее мы заходим в следующий элемент. В арочку и вывязываем столбик с накидом, 5 воздушных петель, и в эту же арочку столбик с накидом. Элемент связан. Заходим в следующий элемент, в третий столбик, и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. Из третьего столбика элемента предыдущего ряда. 4, 5. Элемент связан. Далее мы заходим в следующий элемент под арочку и вывязываем столбик с накидом, 5 воздушных петель, и в эту же арочку столбик с накидом. Элемент связан. Заходим в следующий элемент, в третий столбик. Из третьего столбика мы вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 3, 4, 5. Элемент связан. Далее мы заходим следующий элемент под арочку, вывязываем столбик с накидом, 5 воздушных, и в эту же арочку столбик с накидом. Элемент связан. Заходим в третий столбик следующего элемента и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 3, 4, 5. Элемент связан. Заходим в арочку и вывязываем столбик с накидом, 5 воздушных петель, и в эту же арочку столбик с накидом. В конце ряда мы заходим в арочку после 2 столбиков с накидом, вывязываем 2 столбика с накидом, а третий столбик вывязываем в третью петлю подъема. Это надо делать обязательно для того, чтобы был ровный край. У нас и здесь ровный край, и здесь ровный край. Мы связали третий ряд. Так как рисунок повторяется, 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и вяжем второй ряд. Что я хочу сказать? Рисунок простой, несложный. Мы с вами сейчас провяжем с этой стороны обвязку. Это обвязка идет по краю изделия, низ полочек, по низу рукава и по горловине. Все это четко и ясно показано на схеме. Схема описания будет находиться в ссылке под видео в группах ВКонтакте и в Одноклассниках и в сообществе. Теперь мы вяжем обвязку. Значит, вот у нас нижний край, первый ряд. Да, вот это низ. Это у нас верх. А это у нас низ. Мы берем либо
контрастную ниточку, либо такую же, которая у нас будет изделие. Делаем рабочую петлю, убираем крючок и заходим в первую петлю. Здесь, когда у нас будет шов, мы заходим в шов. Вытягиваем ниточку, закрепляем ее и набираем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Набрали. Теперь смотрите как. Цепляемся мы, получается, к каждому, каждой петельке, откуда у нас идут петли. В первую петлю, где у нас 2 столбика из одной петли. Следующий у нас будет, мы будем цепляться в то место, где у нас из одной петельки 5 столбиков. Следующие 2, 5, 2, 5 и так далее. Набрали 6 воздушных петель. И цепляемся в то место, где у нас 2 столбика с накидом было и 5 воздушных петель. Заходим в петлю и вывязываем столбик без накида. Провязали. Набираем 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Заходим в то место, где у нас из одной петли 5 столбиков с накидом. И вывязываем столбик без накида. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Заходим в ту петлю, где у нас 2 столбика выходят. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Заходим в то место, где второй элемент 5 столбиков из одной петли. Вывязываем столбик без накида. 6 воздушных петель. Заходим в элемент, где 2 столбика. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Заходим в элемент, где 5 столбиков из одной петли. 6 воздушных петель. Заходим в петлю, где 2 столбика с накидом. 6 воздушных петель. И в конце ряда у нас мы заходим в то место, где у нас было 2 столбика с накидом. И вывязываем столбик без накида. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Когда мы свяжем либо рукав, либо половинки, соберем это все. Можно связать отдельно, можно вязать в круговую. На ваше усмотрение. Мы привязали, да, получается у нас, обвязочку к основному полотну. Теперь 1 воздушная петля. Если мы будем делать в круговую, мы просто делаем 1 воздушную петлю и переходим дальше по кругу. Для того, 1 воздушная петля просто, чтобы поднять ряд. А если у нас будет поворотное вязание, то мы поворачиваем работу. Провязываем 3 столбика без накида под арочку. Вот так. Делаем пико из 3 воздушных петель. Это классика. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. Заходим крючком. И соединительной петлей делаем пико. Далее в эту же арочку 3 столбика без накида. Вот у нас такая получилась обвязочка. Далее мы переходим в следующую арочку и делаем то же самое. 3 столбика без накида. Пико. 3 воздушные петли. Возвращаемся назад в то место, где у нас соединяются 2 петли. Вытягиваем ниточку через все 3 петли. Получается у нас пико. Продолжаем. Заходим под арочку и вывязываем 3 столбика без накида.
У нас получилась вторая арочка. Далее мы заходим в следующую арочку, вывязываем 3 столбика без накида, пико. И далее 3 столбика без накида. Понятно, да? И так до конца ряда. 3 столбика без накида, пико, 3 столбика без накида. Я провязала до конца ряда. И получилась вот такая вот красота. Повторяю, описание будет находиться в ссылке под видео. ВКонтакте вступайте в группы. Там все вместе. И видео, и схемы. Все очень удобно. И в Одноклассниках. Ссылочка на видео. Также подписывайтесь на Инстаграм. Там я размещаю анонс. Под каждой фотографией есть свое видео. Спасибо, что вы досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А пока-пока!